Всем привет! Приобрели вот такую вот шоколадку. Ой, сейчас, кстати, тепло, она немножко подтаяла. Фантола. Ну, это, которые, знаете, делают эти лимонады Фантола. Да, черноголовка делает. Ну, это Москва или Московская область, ну, это точно уже. Не хочу даже читать или где. Ладно, она просто подтаявшая. Ну, скорее всего, Москва. Ну, черноголовка делает. Давайте так откроем. Фантола. Ну, это, как я понимаю, аналог Риту Спорту, квадратный, типа, практичный, хороший. Вот, она подтаяла, не очень хорошо. Так, ладно. Я открываю, вот так вот она разваливается. Тает, кстати, вообще при небольшой температуре, это вообще минус. Ой, фу, внутри шоколад. Это печенька. Со вкусом лимонада. Ну, шоколад какой-то вообще такой не темный, какой-то прямо. Ну, знаете, как Милка не очень дорогой чувствуется. А, не как Милка, даже как Альпенгольд вот такой. Среднего качества. Внутри вот эта вафелька, она как-то прям. Прям как-то, как будто бы запихали туда печеньку. Не знаю, вообще. Что-то не в большом восторге. Мне кажется, если сравнивать с Риттерспортом, Риттерспорт намного вкуснее. А этот какая-то фантола. Ну, что-то тоже непонятно. Поэтому по баллам я бы поставил за это. Шоколадку 7 баллов из 10.